Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы продолжаем проходить миссию за нашего замечательного Нагита, который хочет выкопать себе нагитовскую пещеру. Для этого, напоминаю, в прошлой серии он обманул нашу мисс Трясущиеся Титьки и сказал ей, что подъезда для инвалидов есть таблетки. Там нет таблеток. Там нет таблеток, и теперь она очень хочет с ним поговорить. Нагит! О, господи, я тебе сочувствую. Ты маленькая дрянь! Я целый день искала эти сраные таблетки, не могла найти! Не было ни одной... Где они? Где они? Их не было ведь там, да? Отпустите Нагита. Нагит должен копать новую пещеру Нагита. Нет! Теперь я вся в бешенстве! И это все твоя вина! Ты будешь страдать, как я! Так, и как же это он будет страдать? О! Мы можем, получается, подойти, да? Не сейчас! Я занята, я пытаю Нагита! Он заставил меня снаружи болтаться целый день ради таблеток, и теперь я вся... О, я вся в жаре и жажды пить хочу! Она пить хочет, а пить... А, ей воды надо, да? Воды надо... А где я возьму ей воды? Кто... У кого есть вода? Слышь, у тебя есть вода? У тебя, я смотрю, глаза все время заплаканные, может, ты наплачешь ей немного в рот? Это странная очень фраза. Эй, хочешь покататься на качелях? Ну, давай. Ну, будь осторожен. Про эти качели идет очень старая легенда. А это о чем вообще? Желтые качели, синие качели, левые качели, красные. Спасибо за наводку. Возвращайся ко второй, затем возвращайся к четвертой. Неправильно сделаю, и я сдох, правильно? Ага, я думаю, если ты хочешь спросить меня, это что-то вроде перезапуска. Удачи, парень. Понятно, здесь можно карточку Монстермона найти, да, я так понимаю, таким образом. А я вот эту разве не подбирал, что ли? Мне казалось, я его подбирал раньше, да, я могу еще раз подобрать, в принципе. Мне как бы и не трудно, давайте еще подберем. Но я был уверен, что я подбирал. Так, все. Что-то за бред. Ну да, я ее уже, блин, брал. Мне даже сообщение не высветилось. Так, кто ж мне может воды-то дать? В принципе, я, наверное, могу уходить, да? И искать водичку где-то вот здесь, может быть. Там же тот меня крендель, наверное, не пропустит. Ну-ка. В этой вазе цветок. Да нахер мне цветок? А, слушайте, вот же. Вот тут, наверное, да? Cherry soda, blueberry soda. Вот что ей надо? Ну давай вот это возьмем. Попробую вишневую соду ей купить и отдать, она ж пить хочет. Как раз $1.50 потратил, ровно 0 монет осталось. Это правильно, значит, я делаю. Если так вот прям тютелька в тютельку, значит, я делаю все правильно. Так, хотите попить? О, ну спасибо, полагаю, могу отпустить этого маленького монстра, но... Никогда мне больше не лги, ты мелкое создание, ты понял, а? Да, Нагит все понял. Все, он его отпустил. Спасибо, что спас Нагита от большой учительницы. Да не за что. Пришло время для Нагита копать новую пещеру Нагита. Давай, удачи. И Нагит повеселится, да? А, прям вот так? О, и чё, прям здесь? Вот три движения и всё? И... Серьезно? Так. Нагитовская пещера Нагита практически завершена. Осталось только одно, что должен сделать Нагит. Принеси Нагиту теплые Нагиты. Пожалуйста. Как будто посрал ими туда, серьезно. Теперь Нагит и его друг Нагита готовы войти в пещеру Нагита. Ну окей, давай. Опа-на! Так, слушайте, реально, везде, где он махнет лопаточкой, появляются оторванные ноги и кость. Пузыри! Нагитовская пещера Нагита! Здесь есть много чего посмотреть и поделать. Нагит заметил, что здесь нога. Нагит надеялся, что эта пещера Нагита будет не такой мерзотной. Я могу, в принципе, от нее. И тут еще какие-то скелеты повсюду. Да, но скелеты не являются, не кажутся людьми. А вот нога, кажется, принадлежит человеку. Я могу от нее избавиться. Нагит бы очень это оценил. Друг Нагита, определенно друг Нагита. Ну, спасибо. Так, это отпиленная нога или типа того. Нагит не хочет, чтобы она была в пещере. Ну, давай, забираем все. Все, отлично. Спасибо за то, что убрал противную ногу. Нагит удовлетворен своим другом. Не-не-не, извини, Нагит, извини. Вот без этого. Вот давай без... Вот так мы не договаривались.
Что ты имел в виду под пещерой Нагита? Я теперь хочу спросить. Что ты имел в виду под тем, что тебе нужно открыть пещеру Нагита? Я не буду твою пещеру открывать, Нагит. Нет, вот, вот давай без этого. Слово satisfied, пожалуйста, на какое-нибудь другое. Нагит is happy with his friend. Нагит счастлив находиться рядом с своим неудовлетворенным. Вот этого не надо. Да. Пожалуйста, присоединись к Нагиту в спортзале, когда зазвенит звонок. Нагиту хочется поиграть с другом в доджбол. Конечно, Нагит. Определенно. Это куча нагетсов, которые смягчили мое падение. Undertale. Ну да, понятно. Некоторые теории гласят, что он должен быть больше, да? Это куча. Но определенно все в порядке. Так, что у нас здесь? А это, наверное, выход, да? Мы пока не будем торопиться. Это статуя гигантского нагета. Здесь где-то есть комната или типа того? Ну окей. Это скелет или типа того. Он не выглядит человеческим, но там есть кошелек. Смотрите, можно, в принципе, взять денег, потому что мы уже все тут сделали, правильно? Он говорит мне дальше просто, типа, пошли в этот самый. И все, да? Он как бы говорит, просто пошли потом со мной в спортзал. Ну, давайте возьмем, хорошо, давай. Взять бабки. Окей, взяли бабки. Нагит слышит звонок. Нагит сломан, и Нагит не может позволить себе... А, Нагит разорен, и он не может позволить себе лабораторные уроки, пожалуйста. Иди в гимнастику с бедным Нагитом в спортзал. Хорошо, идем с тобой в спортзал. Это радует Нагита. У Нагита, возможно, наконец-то будет шанс победить в дэшбол. Так, ну что, давай посмотрим. Ой, моя жизнь разрушена. Хуже уже некуда. Так, что мы тут делаем? Ну, мы пытаемся сделать так, чтобы они выглядели как я через 30 лет. Поэтому давайте-ка бегайте, прыгайте с этим оранжевым мечом или типа того. Ну, это можно, я полагаю. А я буду стоять здесь и пытаться... Чтобы у меня комната не кружилась. Меньшего я и не ждал. Учительница, учительница, Нагит хочет играть в дэшбол. Да, ради бога, все, что будет тебя радовать, Нагит. Я как раз надеюсь, что хоть кто-нибудь вдолбит в тебя какой-нибудь разум. Нагит очень обижен вот этими комментариями учительницы. Да, а учительница срать. Эй, детки, все, кто ударит Нагита дэшболом, получают золотую звездочку. Нагит хотел бы увидеть, как другие дети попытаются. Нагит будет недоволен. Так. Нагит не будет брать пленников. Мечи будут как дождь из нагетовских в нагетских... Чё, блин? The balls of dodging will rain down like the nuggets in nugget holes. А, все, я понял, короче. Он говорит, что доджболы будут лететь в них как дождь, как нагеты в нагетской дыре, да? Нагит будет... Ой, ну ладно. Команда Нагита... Команда Нагита не имеет никаких мечей, чтобы кидаться ими. Нагит надеется, что у тебя есть что-то, чем будет блокировать. Да. Короче, это бейсбол, да, я так понимаю. У нас сейчас будет бейсбол, оторванный ногой. Прекрасно. Да, у меня есть. Отлично. Бах! Ух! Оу, чувак! Не могу поверить, что я уже выбыл из игры. Так, ну-ка, давай следующий. И друг Нагита ведет себя хорошо. Победа уже фактически в кармане. Да, замечательно. Так, все, теперь он взял мяч. Что будет делать друг Нагита? Я I'm going to move back, I'm going to move up, I'm going to move down. Я не знаю, я вообще не знаю, как играть во все это говно. Ну давай я попробую move down, например. Пришло время команде Нагита атаковать! Почувствуйте гнев Нагита! Это плохая была идея. Не становись на пути у Нагита. Окей. Ну давайте отойдем назад. Вот сюда вот отойдем, например, да? Хе-хе-хе. Теперь ты мой. Сейчас он меня убьет, что ли? Твою мать. Ни хрена себе. Слушай, какие сильные детки. Какие, надо отметить, пипец тут сильные детки. Вот как они это нахрен делают? Я сильно сомневаюсь, что даже Николай Валуев смог бы вот так вот кинуть мяч. Или какой-нибудь Конор Макгрегор. Или еще кто-то. Ну это же жесть. Ну это же просто жесть. Так, все, значит, мне наверх, я понял. Чтобы эта подлюка меня не убила, мне, наверное, ап, все, ап, давайте вот сюда. Так. Пришло время команде Нагита атаковать, почувствуйте гнев Нагита! А этих ты, конечно же, не убил, да? Этих ты, конечно... Меня убивать можно, ну, друга, что-то не... Чё не убить друга? Ну, он же друг, он же поймет, правильно? А эти пусть живут, да? Оу, ой, лови вот эти, лови его имбецил, лови давай. Ой, извини, Феликс. Ты был прямо сзади меня. Да ты должен был его поймать. Теперь мы оба выбыли. Я постараюсь. В следующий раз я обещаю. Так. Теперь, друг Нагита, вооружись мечом. I'm going to move back.
Ну, естественно, если я хочу вооружиться мечом, то мне вот сюда, правильно? Тебе стреляй! Стреляй с яростью! Стреляй ради Нагита! Брось мяч. Так, ау! Этот дурацкий день не мог быть еще хуже. Да ну это все к черту. Итак, у нас остался один соперник, да? И только один враг остался. Нагит будет победителем. Да, но вы вообще-то против меня. Я сейчас брошу это так, как я бросал помои в тебя и в своей старой школе. Нагит недоволен тупым Баксом. У Нагита есть план. Нагит не боится тупого Бакса, у Нагита есть план. Так, хорошо. Сейчас, друг Нагита, делай все, что нужно. Столкнуть Нагита с дороги. Вперед, вниз. Ну-ка. Так. Нет, друг Нагита, твоя шея слишком хрупкая. Не будь героем. А, я его прям спас, да? Не, я думал, сейчас, я понял. Get out of bugs, line of sight. Ясно, сейчас. Сейчас еще раз попробуем. Дайте вперед тогда. Так, он его ударил. Ух, лови его, друг Нагита. Делай то, что нужно. Уклонившийся мяч не пойман. Друг Нагита бросил, предал Нагита. Нагит просрал. Да блин, было же сказано, не стой на одной линии с Баксом. Вот только что я проиграл, было сказано. Какой домой? Не хочу я домой. Стоп, нет. Да дайте ж мне перепройти, куда домой? Какого черта? Серьезно что ли? Да ну на... Как этот день комплит? Ничего он не комплит, я не хочу комплит. Блин, я из-за этого проиграю? Что, сейчас все заново что ли начнёт? Мне надо все перепройти заново. Господи, боже мой. Опа. О, господи. Я тут начал всю игру перепроходить. Смотри, что я нашел. Нифига себе. Это получается, если зайти в ту вон дрянь. Создание убьет тебя, если не будет чем-то отвлечено. Это ж как мне повезло, что я провалил эту миссию, да, с баскетболом. И теперь смог это дело перепройти. То есть вы поняли, когда это происходит? Это происходит, когда заходишь вот в эту вот в эту штуку. Я уже не буду заходить, потому что вы уже посмотрели на монстра. Я думаю, нам еще надо будет потом туда вернуться однозначно. Ну, пока что мы, ребята, отправляемся в спортзал. Давайте, все, сейчас мы с Нагитом быстренько перепройдем всю вот эту вот красоту. Move down. Все, мы становимся вниз, сейчас надо поймать. Есть! Уф! Лови его, друг Нагита, делай это! Мяч пойман! Команда Нагита победила! Нагит победил! Ой, да похрен, но все равно эта игра идиотская. Слушай, ну чё, класс, мы вдвоем их всех поимели, вы видели? Нагит победил, Нагит никогда не побеждает. Нагит истинно обрел настоящего друга. Я рад, что ты так думаешь. Нагит бы хотел представить его друга. Опа. Наконец-то. Окей, дети, было очень приятно смотреть, как вы бьете друг друга этой штукой, но пришло мне время отправляться домой. Домой, немедленно! Нагит, пойдете с собой наружу. Увидимся снаружи. До свидания. У меня тут новый замечательный умственно отсталый друг, который любит откусывать себе руки, биться головой об стену и жрать наггеты. Причем теплые наггеты. Это очень, очень важно. Сейчас он мне карточку даст, да? Как Наггет и говорил, Наггет бы хотел предоставить вот это вот наггетовскому другу. А что ты имеешь в виду? Наггет думает, что это кукла Монстермона или типа того. Красивая Лили сказала дать ее другу Наггета, которым наггетовский друг сейчас являешься ты. Лили здесь? Красивая Лили дала Нагиту куклу. Что мне с ней делать? Красивая Лили сказала, что она издает специальный звук. Это все, что знает Нагит. Окей, тогда я полагаю, спасибо. Друг Нагита также может иметь вот эту карточку Монстермона. Она копает, как Нагит копает. А, песчаный червь. Я понял, карточка называется песчаный червь. Копает, как Нагит. Ну, замечательно. И мозгов столько же примерно у песчаного червя, как и у Нагита. Нагит, увидимся с тобой завтра, друг. Увидимся позже, приятель. Прошли, ребят. Новый предмет разблокирован. Плюша Монстермона. Так, отлично. И также червяк. То есть, ну, дал он мне, как всегда, предмет и карточку, как и каждый здесь дает. Лили, это же сестра Билли, правильно? Я помню. В первой части был мальчик Билли, которого мы пытались освобождать, и нам это в конечном итоге удалось. Он был в кабинете директора вроде бы. Как испытуемый, кажется, там, опыт он ставил один. А это, получается, Лили и его сестра. Вот где они? Где они, Нагит? Где они? Я понять не могу. Наверное, опять в конце игры, может, с ними познакомимся, не знаю. Ну, в общем,
Давайте на этом пока что заканчивать. Посмотрели. Блин, мне все-таки чертовски интересно, что ж там за монстр-то в пещере Нагита. И там еще лифт какой-то был. Вы видели, когда он меня убил, там еще лифт какой-то. Чем-то его можно отвлечь. Это, наверное, будет известно уже ближе к концу игры. Посмотрим, разберемся. Пока что, если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.